В Чувашии продолжается осенний призыв на военную службу. До конца года около 1500 молодых людей отправятся в российские вооруженные силы. В Канаше состоялась торжественная церемония проводов 10 призывников, которым предстоит служить в президентском полку комендатуры Московского Кремля. В сборном пункте новобранцев приветствовал председатель правительства Иван Матурин. Примером для призывников этого года должны стать ребята, уже отслужившие в президентском полку. В качестве благодарности им вручили часы от имени главы республики. А молодым солдатам передали напутствие от Михаила Игнатьева. К новобранцам обратился и епископ Канашский, и Янтиковский Стефан. Он благословил ребят на добросовестное служение. Участники церемонии также почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику солдату. Отметим, что пополнение в президентский полк отправляется из Чувашии уже в 15-й раз. Военный комиссар республики Александр Макрушин подчеркнул, за все эти годы наши призывники зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Наверное, не надо говорить, что это самое престижное место службы в вооруженных силах Российской Федерации. Туда не просто лучших, а лучших и самых лучших ребят отбирают. Это даже я, будучи военным комиссаром, я не могу, допустим, повлиять или кого-то сказать, вот ты пойдешь туда служить. Нет. Этим занимаются специально обученные в ранге майоров, подполковников, приезжают и выбирают с республики вот самых достойных.